Да, супер, все. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, чем занимаетесь? Меня зовут просто Татьяна. Я в проекте БМД-21. Структурный директор. Цели мои здесь очень, очень большие. Естественно, бриллиант. Ближайшая цель – золото. Татьяна Павловна, неприличный вопрос для приличной женщины. Сколько вам лет? Не скрываю, мне 65, я этим горжусь. Татьяна Павловна, скажите, пожалуйста, а какие уже материальные цели, мечты осуществились? Осуществились. Ну, во-первых, жилье. Я поменяла квартиру, купила новую в городе, и сейчас на этом не останавливаюсь. У меня есть в планах переехать из этого города. Ну, пока куда не решила, может быть, даже маленький секрет, потому что варианты есть. Отлично. Татьяна Павловна, скажите, а вот что порекомендуете менеджерам и ключевым бизнес-партнерам, кто еще не вошел пока в директорский состав? Пожелаю одного, ни на минуту не останавливаться, в системе делать простейшие, понятные действия и результат себя не заставить ждать. При этом жесткая самодисциплина, планирование работы, рекрутинг простой, легкий, массовый, в системе ежедневно. Об этом постоянно говорю и надеюсь, меня услышат. Спасибо большое, спасибо. Спасибо вам за ваш пример. Вам спасибо.